Всем огромнейший привет, дорогие мои друзья и гости моего канала. Мы ездили отдыхать в Чихай, в Мариинские лазни. Отдыхали мы одну неделю с лечением и, конечно же, с трехразовым питанием. Я на правильном питании. Покажу, что же я брала, что же я там кушала. Это мешанные яйца, и здесь огурцы, помидоры. Так, творог с сухофруктами и ложечка йогурта. Конечно, хотелось всего попробовать, потому что всего очень много. Обязательно брала немного фруктов и, конечно же, кофе. Кофе я пью без молока и без сахара. А это вода Сасси. Она убирает жидкость из организма. Выбор был, конечно же, большой. На завтрак, на обед можно было набирать самим. Я брала всегда одну ложечку, одну поварёшечку супа. Конечно же, хотелось тоже что-то горяченькое. Обычный такой вот суп, кстати, очень простой на вид, но очень вкусный. Здесь картошка, овощи и колбаски. Салат. Салат тоже набирали мы сами. Ну, то есть можно было набирать просто одни листьев огурцов или там помидор, паприки. То есть все на ваше усмотрение. А на второе нужно было выбирать из двух блюд. И нам приносил официант. Сегодня мы заказали голени, куриные голени и вермишель. Я съела, конечно, только мясо. А это кухон, кусочек кухона нам всегда приносили на обед. Боже мой, но он такой вкусный, шоколадный пирог. Сверху темный шоколад, как немножко с горчинкой, а внутри, ну, сладкое все. Такой он мягкий, он прям таял во рту. Такой действительно очень вкусный торт. Это завтрак. Я взяла опять мешанные яйца, увидела омлет. Попробовала, но он мне не понравился. А здесь у меня опять же творог с сухофруктами. Это тоже пирог с пудингом и сухофрукты. Не понравился мне. Немножко овощей себе, ой, фруктов взяла. Вот такой вот у меня был завтрак. Так, а это снова обед. Салат. Сегодня я решила заправить такой вот йогуртовой заправкой. Конечно же, суп. Одну поварёшку себе налила в чашку. Потому что, вы знаете, погода, в принципе, хорошая была, но все равно в обед почему-то хотелось что-нибудь горяченькое и жиденькое покушать. Можно было, конечно, это не брать. А на второе нам сегодня подали пюрешку и котлетку. В принципе, все на мой вкус, все было очень даже вкусно. Вот такой вот насыпной пирог яблочный, тоже очень был вкусный. Он не сладкий, я, кстати, не очень люблю сладкие изделия стряпанные. Пироги, он такой вот кисло-сладкий, со штройзелем, очень вкусный. Начинки очень много, а теста было мало. Это все то, что мне и надо. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас снова салат. Вот такой вот небольшой салатик я взяла на обед себе. Это суп с фрикадельками. Мне что-то бульон тоже не понравился. Фрикадельки съела и все. Мой муж уже пишет, что там на второе, на завтра из двух блюд нам нужно было выбрать одно и заказать на другой день. Здесь картофельная грудка с клёцками и с овощами. А это взял мой муж, помесы и шницель. Кстати, очень вкусно было, я тоже попробовала. На десерт пирог со сливами и с посыпушкой, то есть с
Штройзель кухон очень вкусный, тоже не сладкий, прям вообще прекрасный. Это снова обед, вот такие вот овощи, ну то есть микс салат. Я делала сама себе салатик. Это суп, куриный супчик с овощами, морковка и лук-порей, и все. Бульон, кстати, очень-очень вкусный. Мне, кстати, очень понравилось. Заказала я себе рыбу карп и зальц-картофель. Ну, то есть круглую картошку. И вот мне еще положили горошек. А это муж заказал себе рис. А это муж себе заказал так, рис. Куриная грудка, мид-карри соусы. Нам принесли сегодня вот такой вот кухон, то есть вот такой вот кусочек пирога. Это с творогом. Пирог, конечно же, очень-очень вкусный. Столько много начинки. Очень мне понравился. А это ужин. На ужин я взяла овощи, кусочек брушеты, там помидоры и немножко сыра. Из мяса я взяла сегодня кролика и немножко печенки и овощи. Пиво заказали, а здесь салат из свежих огурцов. Конечно же, фрукты можно было брать. Этот раз я взяла два банана и немножко слив. Захотелось мне еще почему-то кусочек вот такого вот кухона взяла, но я его даже не съела. Знаете, очень сладкий такой, приторно-сладкий. Так что я его оставила. Это очередной обед. Как всегда, салат, суп. Суп из говядины. Такие вот маленькие кусочки мяса говядины и вермишель. Ну, в принципе, неплохой. Но мне кажется, у них супы лучше получаются, такие вот пюрирты. На второй я себе заказала сыр запеченный в панировочной муке, картошка обычная отварная и клюквенный соус. Посмотрите, как выглядит сыр. Он так тянулся, он действительно очень-очень вкусный был. Картошку я не съела, а сыр, конечно же, с удовольствием покушала. Ну, конечно же, и салат. Старалась не забывать, что я сижу на правильном питании. Но ела. Ела каждый день пироги кухонные. Опять сегодня нам принесли вот такой вот шоколадный кусочек пирога. Я вам уже говорила, он очень вкусный. Очень. Он такой вот мягкий, такой нежный. Просто волшебный вкус. Ела я его, конечно же, с превеликим удовольствием. Ну, вот, конечно же, капучино мы иногда пили, на улицу ходили, пиво. А это на улице гуляли в парке, решили выпить по чашечке кофе и капучино. Посмотрите, как взбили сливки, но ну, это что-то.